Ранее за сутки выполнялось 1200 анализов экспертного класса ПЦР-тестов. Теперь при финансовой поддержке компании ArcelorMittal Темиртау количество тестов увеличилось до 3000. ПЦР-тест считается самым достоверным способом диагностики коронавируса. We reviewed the risk with Deputy Akimat Mr. Abdi Kadyrov and his team and have taken a lot of corrective measures. But with our financing of 80 million tenge and guaranteeing the test for our employees, they are able to increase the testing capacity to 3,000 tests per day, which is not only beneficial for ArcelorMittal, but also it's beneficial for the region, which helps the company and the region to take preventive measures and avoid spread of this virus. ПЦР расшифровывается как полимерная цепная реакция и относится к методу молекулярной биологии. С помощью ферментов РНК коронавируса многократно копируется, то есть увеличивается их концентрация, что позволяет выявить заболевание. Первыми ПЦР-тесты сдавали сотрудники коксового цеха АО ArcelorMittal Темиртау. Проводить будут представители лаборатории «Олимп». Вот. Но параллельно я разговаривал с региональным директором, значит, этой компании по городу Темиртау. Он говорит, мы параллельно обучим и ваших фельдшеров. Тест на коронавирусную инфекцию проводится путем взятия мазков. Данный материал переносится на биосреду и отправляется в лабораторию «Олимп» для непосредственного проведения анализа. Скрыть положительный результат не получится. Несмотря на то, что все результаты анализов будут выдаваться на руки самим пациентам, а также высылаться на электронную почту, руководство компании получит оповещение о наличии заболевания у сотрудника. Воспользоваться возможностью сдать анализ на наличие коронавируса могут не только металлурги и шахтеры АО ArcelorMittal Темиртау, но и те, кто не работает в компании.